себе на память. Два этажа, оснащенных ультрасовременной аппаратурой, коллектив высококлассных специалистов. В новом диагностическом корпусе есть все необходимое, чтобы выявить у пациента болезнь на самой ранней стадии. Причем пройти такую диагностику можно совершенно бесплатно. Нужно только направление от своего лечащего врача. Дорогие друзья, сегодня такое у нас радостное событие. Открываемся двумя кабинетами сразу. Это вообще в области вообще не было, чтобы сразу и компьютерный томограф, и магнитно-резонансный томограф в одном взятом отдельном корпусе. Магнитно-резонансная томография позволяет врачу быстро и точно поставить диагноз. Без хирургического вмешательства заглянуть буквально внутрь организма. Сканируя послойно внутренние органы, аппарат помогает врачу полностью оценить их состояние, увидеть мельчайшие изменения и новообразования. Позволяет диагностировать различную онкологию, опухоли на ранних стадиях развития. Если на МРТ, допустим, там по времени исследования занимает 15-20 минут, 30, как зачастую, у нас это проходит за 5 минут, 7 минут. То есть такая патология, как, допустим, черепно-мозговая травма, где по времени нужно очень быстро установить диагноз, компьютерный томограф вообще незаменимая вещь в этом отношении. И мы можем увидеть такие заболевания почек, печени на ранних стадиях, поражение поджелудочной железы, очень, то есть, качественное получается обследование. Конечно, современное высокотехнологичное оборудование – важный элемент успешной диагностики. Но даже самый совершенный аппарат не сможет обойтись без грамотного и опытного специалиста. МРТ здесь аппарат давно стоит, работает. Он уже был настолько уже, изношен. Но коллектив сохранился, коллектив поверил, коллектив работает. Это здорово. Слава благодарности нашим докторам. Какое бы мы оборудование ни поставили, без доктора ничего не будет.